Вы же видите, как я люблю вас. Да, вы говорите. Я честный человек. Надеюсь, что это так. Я храбр. О, в этом я убедилась. Тогда испытайте меня. Туда и обратно вы должны успеть за 10 дней. 10 дней. Это целая вечность, когда ждешь встречи. В Москве на 78-м году жизни скончалась советская актриса, художник-постановщик, одна из главных создателей кинофильма «Д'Артаньян» и «Три мушкетера». Напомним, что советский трехсерийный музыкальный приключенческий телефильм по роману Александра Дюма «Три мушкетера» был снят в 1978 году на Одесской киностудии режиссером Георгием Юнгвальд Хилькевичем по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Съемки фильма проводились с 1 апреля по 9 августа 1978 года во Львове, Одессе, Свирском замке и Хотинской крепости. Далее в течение 3 месяцев велся монтаж 3 серий. Премьера фильма предполагалась уже в конце 1978 года, но из-за конфликта режиссера Георгия Юнгвальд Хилькевича с автором сценария Марком Розовским и автором текстов песен Юрием Ряшенцевым картина год пролежала на полке. Вместе с режиссером Георгием Юнгвальдом Хилькевичем над фильмом работала художник-постановщик, актриса Лариса Токарева. Она работала над 3 мушкетерами и продолжениями этого фильма – «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Мушкетеры 30 лет спустя». Позже Токарева принимала участие в создании сказки «Туфли с золотыми пряжками» и фильмов «Гуга», «Петля Ориона», «На миг оглянуться», «Точка возврата» и других. Как актриса Токарева снималась в ленте «Сделай мне больно» с участием Александра Панкратова-Черного. К сожалению, сегодня стало известно, что Лариса Токарева ушла на 78-м году жизни. Печальную новость сообщает портал кинотеатр.ру. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. О месте и дате прощания будет сообщено позднее.